Нет. Когда из Турции прилетел? 4 марта? Да. Что в Турции делал? Там ради документов, да, закончился здесь граница Персика. Да, еще раз давай фамилию, имя, отчество. Фаридуни Шамсидин. Год рождения? 1998 году. 900, молодец. Так, в Крокусе что делал вчера? О, в Крокусе застрелили. Что делал в Крокусе? Застрелил. Что? Застрелил? Да. Кого? Почему в Казани? Люди. Зачем? Поставьте, пожалуйста, его. За деньги. За деньги? Да. За колени ставь. За сколько денег? Где-то полмиллиона. Полмиллиона чего? Полмиллиона рублей. От кого получал? Еще не получал, половину получал. Где получал? По карту. На карту переводил? Да. Где карта? Карту бросали за все одежды, не успели. Потеряли? В лесу, да. Где оружие брали? Оружие они сам доставили. Кто они? Не знаю, по телеграмму написали, без имени, без фамилии, без ничего. А как тебя нашли? Ты сам их искал или они тебя нашли? Нет, они мне написали. А почему они именно тебе написали? Не знаю, я слушал, там уроки. Ну как так, тебе взяли, предложили просто так убивать людей? Просто так не предлагают никому убивать людей. Нет, я в телеграмме урок учился. Кто задержал? Урок. Что в телеграмме? Урок. Урок слушал, да. Проповедник слушал там. Проповедника слушал? Да. И он на тебе написал? Ее помощник мне написал. Как помощника зовут? Не знаю, без имени, без фамилии, без ничего мне написал, только он... Когда он тебе написал? Он где-то месяц назад. Что написал конкретно? Он написал, короче, где-то миллион рублей обещал. Что он, с чего начал, что он тебе говорил, что надо сделать? С чего просто начался разговор? Просто поздоровался сначала, потом мне предлагал. Я согласился. Что предлагал? Деньги что? Предлагал. Деньги предлагал за да. Что? Что предлагал? За деньги предлагал, что такие дела сделал. Какие дела? Конкретно что он тебе сказал? Такие убийства. Что? Дел. Кого убить? Вот на место все они скинули. Они сказали конкретно, кого убивать? Люди. Каких? Без разницы, кого там зайдет, сказал. Делайте этого дела. Заходите убивать? Да. Стоп. Еще раз, фамилия, имя, отчество, год рождения. Фаридуни Шамсидин, 1998 году. Полная дата. 17 сентября.